Всем привет, и это вторая часть реакции аниме «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой». И спасибо всем за 28 подписчиков и 56 лайков. И вот эти вот прекрасные люди, спасибо вам за поддержку. Ноги есть, дойду. В попе прохладно. Обкакалась. Алло, что делаешь? Усы брею, что надо? Чё я один вопрос задаю, ты тоже что-то спрашивай, не стесняйся про меня. Когда дрочишь, что бормочешь? Ебать у тебя жопа. Ебать у тебя пузо. В письку себе свистни. Тебе когда-нибудь давали чапалях со скоростью света? Нет? I like a cut G. Неблагодарные сукины дети! Критикуете, критикуете, критикуете! Надоело! Больше не просите меня ни о чем! Ты ничто, ты ноль, чокнутая и странная, и вечно путаешься под ногами. Иди и радуйся в другое место! Надо запретить быть такими, как ты! Что это? Ты поранила лапку? Так и есть. Ты в порядке? Я не такой, как ты! Просто оставь меня в покое, ты не слышала меня? Я тебя ненавижу! Ты ненавидишь меня так сильно, да? Ясно. Моги? Ее улыбка беззаботная, с ямочками, а я путаюсь в мыслях беспорядочно. Подбираю слова к тому, что объяснить нельзя, но улыбается глупая ситуация. Оставайся человеком. Мне удивительно, что все зовут ее Моги, мисс Чудачка и Фантазер. Делайте себя тряпку, по калашников пару. Я для тех, кто хочет. Не танки. Такой, как тебе ты! Не завидишь меня так сильно, да? От мамки. Вот и подошел конец реакции. И спасибо вам большое еще раз за поддержку. Мне даже как-то стыдно за то, что реакция получилась такой короткой. Короче, всем пока. И надеюсь, у вас не пошла кровь из уха из-за моего голоса. И, ребят, я только заметила его глаза. Простите, он будет так сидеть всю реакцию. Пожалуйста, простите. Я только заметила взгляд.